Тех, кто ждет 27 лет, чтобы получить военный билет, может ждать разочарование. С 1 января по достижению этого возраста гражданин может быть признан непрошедшим службу, не имея на то законных оснований. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал военком Омской области Юрий Трубин. Пока порядок рассмотрения основания отказа от службы не определен, а выдача билетов приостановлена. Кроме того, с осени 2013-го введено обязательное фотографирование военнослужащих с момента призыва до увольнения в запас и обязательно сдача анализов крови на ВИЧ-инфекцию и гепатиты Б и С. И это далеко не все изменения. Юрий Трубин рассказал и о ходе призывной кампании осенью прошлого года. Область выполнила план на 103%, но количество уклонистов по-прежнему стабильно, чуть больше 4000 человек. Работа ведется, работа серьезная, работа кропотливая по всем уровням, так сказать, нашего общества. Поэтому надеюсь, что эта данная категория будет постоянно уменьшаться. Ну, в связи с тем, что сейчас все-таки вводятся и изменения в законодательные акты, ну и, соответственно, я так думаю, что сознание наших молодых людей все-таки поднимается на более высокий уровень, потому что они понимают, в данный момент или в будущем им может просто-напросто это представить, так сказать, какие-то проблемы в дальнейшем трудоустройстве и в этой, в организации своей жизни в этом обществе.